здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, мои хорошие! Какое счастье рассказывать каждый раз вам о каком-нибудь замечательном, интересном человеке. Сегодня мы расскажем вам об одном из самых удивительных подвижников нашей земли православной – Преосвященный Феофан, епископ Тамбовский, потом Владимирский. Что говорит вам это имя? Наверное, ничего. Ведь церковь нарицает его совсем иначе – святитель Феофан Затворник. Жил он не так давно, в 19 веке, но взошел на такую высоту добродетели, что его по праву можно сравнить с великими святителями первых веков христианства. В каждом человеке видел он сокровенную искру Божию, ту самую, которую Господь вложил в Адама и Еву, когда создал их из праха земного и ввел в рай. Мне вообще приходит на мысль, что люди являются не совсем хорошими, так, невзначай, а на деле они хороши. Потому лучше и вернее всех считать святыми. Именно так и написал преподобный Феофан: «Все люди хороши. Лучше всех считать святыми». С раннего детства душа Георгия, так звали святителя Феофана в миру, тяготела к чему-то высокому. Хотя и был он мальчиком резвым и подвижным, но часы веселья часто сменялись минутами задумчивости. Тогда весь он уходил в себя, словно что-то искал в своем сердце. И, вероятно, нашел. Поэтому еще в юности твердо решил, что всю жизнь будет служить Богу. С большим рвением поступил Георгий Говоров в духовную семинарию. А после ее окончания, как один из лучших выпускников семинарии, был определен в Киевскую духовную академию. Там, в Киево-Печерской лавре, Георгий впервые понял, что станет иноком. Решилось это как-то само собой. Лавра – неземная обитель. Войдя в ее стены, чувствуешь, что зашел в другой мир. В этом другом мире и совершился его монашеский постриг. Затем последовал и священнический сан, и служение в Иерусалиме, в Константинополе, и, наконец, епископство. Где только не побывал святитель во время своей жизни, но этого другого мира, который он так живо ощутил у гробниц преподобных Киево-Печерских отцов, он уже забыть не смог. Он тщательно искал его повсюду и, наконец, обрел. Было, оказывается, на нашей земле и второе такое место. Называлось оно Вышинской пустынью Тамбовской епархии. «Я ищу покоя», – писал епископ Феофан в те годы, «чтобы заняться желаемым делом. Имею в мысли служить Церкви Божией, только иным образом». Какое же это было дело? Весь остаток своей жизни, 28 лет, святитель Феофан посвятит написанию душеполезных книг. Для этого заключится он в келью Вышинского монастыря, которая станет для него и храмом, и библиотекой. И весь уйдет в работу. «Не затворник я, а книжник», – скажет он о себе не раз. Но нет, не оторвется он от страждущих людей в мире сем. Все вечера будет коротать за ответами на многочисленные письма, которые шли к нему отовсюду. Так глубоко погрузится он в нужды обычных людей, что станет для них и отцом, и учителем, и защитником. Его ответы просты и понятны каждому. «Ты спрашиваешь меня о посте», – пишет он одному из своих чад. «Пост представляется мрачным, пока не вступают на поприще его. Но начни.
и увидишь, что это свет после ночи, свобода после уз. Или вот еще: в одиночку никто не спасается. Спасается каждый не иначе, как в церкви. А вот и вообще удивительное замечание. Для одного скорби вразумительны, а другого они могут ожесточить. Такого скорее образумит неожиданное счастье. Господь милосердный всех готов простить, только покайся и прибегни к Его милосердию. Святитель Феофан утверждал: каким бы ни был человек, умей отделить в нем грех от нетленного образа Божия. Грех похож на пыль, приставшую к царской одежде. Отряхни ее с себя, и твоя душа вновь засияет небесным блеском. Так сияла и душа вышинского праведника. Еще раз дал он всем нам понять, что святыми не рождаются, а становятся. Путь святости и ныне открыт для всех. На это указывают все сочинения, каждая мысль, каждое слово святителя Феофана. Вчитаемся же в них, друзья, и почтим память нашего великого подвижника. А теперь я должен сказать вам до свидания. До скорой встречи, мои хорошие. И да хранит вас Господь.